Мирные жители, которым не удалось покинуть охваченный боевыми действиями сирийский город Кобани, пытаются выжить среди руин. Два месяца город сопротивляется исламистам из группировки «Исламское государство» ИГ или ИГИЛ. В городе из 50 тысяч жителей остаются примерно 2 тысячи. Здесь нашли приют и беженцы. Снаряд упал, и взрыв накрыл нас, когда я бежала вместе с двумя дочерьми. Они были ранены прямо на моих руках. Одной было всего 7 лет. Ее отправили в Турцию, и там она скончалась. Мы привезли ее тело и похоронили здесь, в Кобани. Сражающиеся с джихадистами курдские отряды «Пешмерга» критикуют соседнюю Турцию за недостаточную помощь. Но в то же время в районы Сирии и Ирака, где идут бои с ИГ, помощь и продовольствие поступает только со стороны Турции. Авиаудары по позициям исламистов наносят ВВС США и союзников. Курдские защитники возобновили работу пекарни в одном из пригородов Кобани. Они, турки, плохо с нами обращаются, не дают пересечь границу и вернуться. Они не хотят, чтобы к нам поступало продовольствие. Ничего, ничего. Это Пешмерга нам посылает продукты, жалуется один из жителей Кобани. Жители и беженцы роют ямы, чтобы спрятать детей от бомбардировок. По только что поступившим сведениям, продовольственная программа ООН приостановила помощь сирийским беженцам примерно 1 700 000 из-за нехватки фондов.